Здравствуйте, дорогие подписчики, фермеры и главы хозяйств. Вы уже завершили или завершаете уборочную кампанию, готовитесь к севу озимых. И наверняка сталкиваетесь с извечными вопросами. Что делать со стерней? Когда и как сеять? Чем защищать семена и как стимулировать рост? Как эффективно проводить подкормки и какие удобрения использовать? На этой неделе агротехцентр «Колхоз», который предоставляет услуги по агросопровождению полевых работ, проведет научно-практическую конференцию на тему «Профессиональный подход к севу озимых сезона 2020-2021». Спикерами на этом мероприятии выступят ведущие ученые России в области физиологии и защиты растений, почвоведения, а также агрономы практики. Мы будем говорить об управлении растительными остатками, о правилах комплексной подготовки семян, о методах эффективной защиты озимых, которые бы снижали себестоимость производства и при этом приводили к стабильным урожаям. Издательский дом «Крестьянин» участвует в организации этой конференции и призывает вас спрашивать о наболевших и нерешенных проблемах. Свои вопросы вы можете оставлять в комментариях к этому видео, либо отправлять по электронной почте info@agrobook.ru. Запись научно-практической конференции, на которой эксперты ответят на все ваши вопросы, как обычно, будет доступна на нашем канале после мероприятия.